На востоке нашей страны ученые разрабатывают уникальные имплантаты для эндопротезирования тазобедренного сустава. Вот в отличие от существующих уже аналогов, эти будут более практичны. Важно, что при возможных осложнениях человек сохранит способность двигаться. Медицинский вуз «Семея» уже получил необходимые патенты, и сотрудники Центра смарт-инженерии Восточно-Казахстанского технического университета уже проводят исследования на практике, моделируют, какие же нагрузки должен выдерживать этот имплантат. А уже потом начнутся клинические испытания, и после изобретение поступит на отечественный рынок. В настоящее время многие эндопротезы, они выполняются, то есть монолитно замена получается как тазовой части сустава тазобедренного, так и дистальной части бедренной кости. Бывает, что несостоятельности, да, отторжение, различные осложнения. В этих случаях, когда требуется, например, удаление данной конструкции эндопротеза, в таких случаях пациенты остаются инвалидами.